Тём, то есть киберглаз больше не будет? Думаю, не будет. Видите, друзья, работаем, стараемся со Светом как-то решить ситуацию, потому как приходит к нам заявление о том, что, мол, странно выглядит. Хотя нам, кстати, очень нравилось. Но в любом случае, все для вас. Етык, друзья, меня зовут Ефим. Вы смотрите второй сезон видеопроекта «Чукотка Певек». И сегодня у нас достаточно легкий выпуск на тему Ранафленда. Это будет интервью с Игорем Александровичем. Мы более подробно узнаем, какие планы уже сейчас реализуются и в целом, что происходит в этом проекте. Поэтому не смею вас задерживать и приятного вам просмотра. Ну, мы как бы хотим показать, что северные территории тоже, они должны быть доступны для, не только для иностранцев, но для и россиян, для людей, которые здесь проживают. Мы должны показать продукт, доступный и понятный всем, что можно жить в таких условиях. Угу. Да? Я всегда считаю, что люди, которые живут на Чукотке, это судьба свела их, вот как бы, да, с общими интересами, может быть, там, желаниями, мечтами, да. И вот, чтобы украсить эту жизнь, ну, как бы, да, среди того, что мы здесь живем, как бы немножко принести какое-нибудь позитивное настроение. Вот мы этим хотим и заниматься. Вот сейчас есть вот эта вот база, плюс еще есть тур в ГУЛАГ. Плюс еще есть... Да, мы вот сейчас вот как бы подумали, потому что у нас вот прилетают 6 сентября австралийцы, и вот мы, они нам как бы дали наводку, что мы бы хотели воспользоваться вашими услугами, и какие вы можете нам предложить услуги. Мы вот, наверное, месяц это прорабатывали, как что лучше, как сделать, чтобы как можно больше показать, чтобы, естественно, мы понимаем, что они еще осветят и свою поездку, тем больше привлекут людей. Это вот посещение ГУЛАГ, можно на целый день, угу, катание на катере, показать город со стороны моря, потому что все люди привыкли с города наблюдать, угу, на море, а мы как бы хотим другую сторону показать. Угу. Показать нашу природу, скалы, ну, естественно, мыс Чайчий, Птичий базар, что есть другая жизнь. Даже думаем, что там сделать, вот Таня предложила сделать выход на берег, чтобы люди могли просто там пофотографировать, да. Угу. Почему бы нет, если есть возможность. На Касичке. Там есть старый Шалакский поселок, заброшенный. После мыса Чайчего есть вот там заброшенный Шалакский. Там есть старый Шалакский. Да, и можно остановиться, выйти. И еще у нас задумка сделать этот, знаете, там вот в сторону мыса Шалакска, там стоит, лежит, это, я когда-то помогал, участвовал в фильме, как я провел этим летом. Mm-hmm. Вы там смотрели. Даже можете, mm-hmm, меня там это, увидеть, и в титрах я там, я там лодку тащу, когда мы там это. И, естественно, я месяц почти с ними был, с Павлом Папогребским, там со всеми, ну, ага, вот этими артистами. Короче, я у них был вездеходчиком. Я их каждый день возил на съемки. Вот все фильмы, которые это как бы при моем участии. И вот они мне снимают там какие-то фильмы про медведя, там как он рыбу вот эту жарит там возле реактора этого. Угу. А я ходил туда вот наверх, и там, представляете, на сопке лежит самолет. Когда-то он потерпел катастрофу. Я вот что-то подумал, говорю, вот надо бы жителям, горожанам рассказать. И представляете, там такой вид открывается, почти разделение этого Чаунская и туда в сторону Шмидта. Ну, океан, Северный Ледовитый. Угу. Это так красиво, это изумительно. Я говорю, вот надо... Вот я всегда говорю, что я что-то хорошее увижу и какие-то новости, я стараюсь всегда осветить, чтобы и другие люди это знали. Даже вот иногда, когда вам даже в рассылку, да? Но это очень... На мой взгляд, я считаю, что это очень интересно. Я говорю, и с этой новостью я как бы считаю, нужно поделиться с другими. И также хочу с этими видами поделиться с другими, что есть другая жизнь. И вот мы как бы, я вот даже думаю, можно было в пятницу уезжать с людьми туда, в сторону Шалакского. К примеру, используя этот транспорт. На речке остановились, там, привал, чай попили, там, переночевали. Даже на костре под гитару песни петь. На следующее утро делать восхождение на эту сопку. Там вот это вот, там, скину вам фотографии этого, там, полярная станция, прям туманная. Представляете, там
среди камней вот это мостики, вот это вообще изумительно, это говорю. Люди бы. Вы очень красиво рассказываете, кстати. Мне прям, ну не, очень хорошо. Не, ну, прям. Прям действительно видно, что восхищены этим. Да, это да, здорово. Я говорю, ну, надо это освещать как можно больше. Понимаете, чем больше мы людей. Это все-таки, смотрите, всегда сплачивает людей, друзей, семьи, это, да. В таких каких-то, ну, нестесненных в жизненных ситуациях, да, они могут испытывать на какой-то комфорт в свободе физической, там, да, вот как бы общаться, там, ходить. Почему бы и нет? Это все-таки потом люди, я 100% после таких восхождений просто на 2 дня выключиться из городского общения и среды, люди будут немножко даже приезжать после тех, как это обновленное, знаешь? Немножко иначе как-то смотреть на все. Посмотрев, может быть, многие, я сейчас жене предлагаю, давай купим ролики, дороги хорошие. Сейчас, да, сделали. Точно, точно. Возьмем эти. Найдем себе команду единомышленников и будем бегать по городу. Палки в руки, пешие прогулки. У Тани скандинавские палки. И это, кстати, можно туда доходить, да? Да, да. Просто так. И да. Пошли. Даже вот, смотрите, доехать до вот где наша Гусинка, 9 километров до этого ГУЛАГа. Тоже. Вот, да, 9 километров. Мы же на снегоходе заметили, 9 километров. Люди бы чисто физически, да. Пришли на ГУЛАГ, пофотографировали, чай попили, и вечером такие уставшие добежали до машины. И в город приехали, все, люди упали и уснули. 9 километров добежали до машины. 9 километров в одну и обратно, 18 километров. Это мы на снегоходах напрямую 9 километров. А вообще-то там же надо будет обходить какие-то ручейки и все остальное, правильно? Можете подсказать, что планируется, ну или как правильно сказать, не планируется, а что в обозримом будущем будет еще, чем будете заниматься? Ну, то есть вот. Какие-то проекты есть, мысли, заготовки, как-то так? Да, вот проекты у нас как бы иметь оленеводческое хозяйство. Это оленеводческое хозяйство, к примеру, было бы примером всем, что надо менять жизнь оленевода. Потому что как живут оленеводы, ну это уже время пришло, что если мы хотим сохранить оленеводство, надо переформатироваться, как это делается в скандинавских странах. А как это делается в скандинавских странах? А в скандинавских странах оленеводство частное. Вся инфраструктура, все переработка, ну, современные. Оленеводы там даже вот как бы ходят физически туда, там все переходит, ну, как бы на квадроциклы. То есть, грубо говоря, вместо бригады, где 20 тысяч голов, есть 10 бригад по 2 тысячи голов. Да. И они работают сами на себя. Да. Они получают поддержку. Также это вот я даже у меня. Этот, я вам рассказывал, Илмари Шепель, это мой друг, он зам мэра города Суомасауми. И вот у оленевода, это, у них, у оленей спутниковые эти. И они вот сидят дома и наблюдают за своими оленями, где кто находится. И вот если там 3 часа олень стоит, что-то подозревает, он звонит в эту муниципалитет, администрация, приехал, как полиция, увидели этого загрызанного оленя, они огораживают его этими красными. Это фотографируют, составляют протокол, и государство возмещает оленеводу 700 евро за каждого оленя. Знаете, да. И оленеводы заинтересованы в этом, в развитии оленеводства. Там мне друг этот, который в городе Раваневем, Покка, он сюда приезжал, он перерабатывает там в городе Раваневем шкуры. Эти шкуры продаются 120 евро в магазине. Я когда это увидел, я немножко... Большие. Да. Почему нет? Берут на ура. Да, выделанные шкуры. Я у меня... Зайдете, у меня есть он в Фейсбуке, я там с ним. Я им на завод специально приезжал, смотрел эту переработку, все. Говорю, чем мы хуже? Да. И почему я хочу сделать оленеводческое хозяйство полноценно? У нас как бы есть этот... заготовки маленького комплекса перерабатывать, вакуумный упаковщик, холодильник, ну там все, чтобы нормально кормить наших горожан нормальным диетическим мясом. Но когда проводить мероприятия, там карали, надо привлекать, ну, пример, вот провожу я караль, я звоню, Ефим, Валерия, хотите поучаствовать на карале?
вы приезжаете, там еще кто-то, мы загоняем оленей, начинаем там делить оленей там, на важенку, на это. И вы участвуете в этом, ну, процессе, понимаешь? Вы знаете эту жизнь изнутри, как они живут. Я уже в обморок сейчас упала. Не, на самом деле это очень интересно, как человек, допустим, который далек от этого, конечно, да? И это узнать для этих мероприятий делать... туристов приглашать, чтобы вы хотите окунуться в жизнь оленеводов на 2 недели. Мы предлагаем вам эти услуги. Ради бога, мы вот так создадим комфортные условия, чтобы вы могли прожить там. Ну все, почему бы и нет? Просто слышала про карась, что те, кто попадали на карась, они больше уже не являются прежними людьми и говорят, что очень-очень сурово. Да. Не, ну где забивают, да? Ну да. Не, а то забивает от другой. Я и говорю, забивает, где проходят ветеринарные мероприятия. Mm-hmm. Это вот где это кастрируют оленей, это делают уколы, прививки. Mm-hmm. Ничего такого, да. И вот, вот я кидаю в соцсети вот много, я вот с налоговой девчонок туда им тоже хотелось посмотреть этот карай. Mm-hmm. Как они работают. Они поучаствовали в загоне. Представляешь, они вот в шоке говорят, мы столько оленей увидели, кто-то. Ой, столько языков бегает. Ну, понимаешь, люди по-разному. Люди немножко вот увидели эту жизнь изнутри, они понимают, что говорят. И говорит, Саша, когда в следующий раз мы поедем, ну, на какие-нибудь там мероприятия? Говорю, ради бога. Я понимаю, их вез 360 километров, 5 часов на вахтовке. А представляете, если вот вот эту территорию отметить, с Певека до Комсомольского и до Инрана. То есть такие пастбища, которые вообще не востребованы. Почему бы не пасти здесь оленей? Ну, да. Почему бы, например, так же я вот привез, так же вы приехали ко мне в бригаду. Посмотри, как оленеводы живут, да, как бы поучаствовали, походили там 2-3 дня, пожили, посмотрели, получили удовольствие, посмотрели жизнь и быт оленя. Я вас приехал и забрал обратно. Друзья, как обычно, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы, это очень помогает продвижению канала, и подписывайтесь на все наши площадки, ссылки будут в описании, чтобы не пропустить, соответственно, новые выпуски нашего великолепного проекта. На этом я с вами прощаюсь, всем атау и хорошего настроения. Все, пишем, да? Пишем. Че ты убираешь? Да ничего, было красиво. Да? А что сказать-то? Не знаю, что сказать. Вот уже говорить-то нечего. Уже и так все сказано. Друзья, надеюсь, вам понравилось. Нет. Ну, скорее всего, вам не понравилось, конечно.